Масштабный челлендж «Менің туым, менің отаным» проходит в Акмолинской области. В честь 30-летия независимости Казахстана там из села в село передают государственный флаг республики. Акцию начали жители аула Аблайхан Бурабайского района. Инициативу подхватили и в Зериндинском районе. Челлендж массово распространяется в социальных сетях. Его уже поддержали и в соседних областях. Заман